Красные гвоздики на мраморной плите у Вечного огня. На площади у мемориала «Родина-мать» состоялся митинг в честь празднования Дня народного единства. Накануне, 4 ноября, в свой выходной, многие челнинцы пришли сюда почтить память героев Отечества, которые сплотились ради победы над чужеземным захватчиком. События 400-летней давности служат примером мужества для миллионов россиян и сегодня. Чиновники, ветераны и молодежь в этот день все свои, все едины. Освобождение Москвы от польских захватчиков Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским – это большая честь для всего народа и на будущее наше поколение. Мы с удовольствием снова добираемся каждый год сюда на это мероприятие, да, и представляем Совет ветеранов Автозаводского района.